Привет всем! Опять заключительная серия пока что сериала о резцах. Это микромесель. Вот такой. Для очень мелких работ всяких. Так, сейчас мы его быстренько померяем. И будем испытывать. Сосед, блин, что-то пилит, не дает видосики снимать. Так, это у нас что тут? Вот этот угол получается 32 градуса, это значит по 16 на сторону. Вот этот. Сколько тут? 33 вот от этой. Ту сторону. Так, сейчас испытаем. На этой уже что только не испытывал, это как его, можжевельник. Сейчас будем на ней гонять. Ну, погнали. Ну как настоящий, блин. Прикольно. Ой, легается как большой, блин. Ну что, нормально пиляет. Материал тоже быстрорез это. То есть он по всей длине. Можно точить его спокойно. До сюда он каленый. И тут в ручке еще огрызок можно вытянуть, если что. Это вот такие мелочевки всякие. Чуть привыкнуть к нему надо. Потому что такое маленькое, все надо удержать как-то. Лапы-то большие, и детик, и фигня. Так, ну что, тут что попробуем. Нормально. Все блестит, сверкает, работает он как настоящий. Так что делать можно. Вот такой он. Так, ну ладно, на резцах пока закончим. Тоже достал всех, наверное, резечками. Ну, всем пока. Делайте тоже для мелочевки. Прикольно. Интересно им работать. До новых встреч в эфире!